Поправьте форму, а то люди думают, шахматисты обычно представляют таких, как ты. Харман! Постой! Нашел репортера под стать себе? Смешно, ха! Что ты сделала с беднягой в третьем раунде? Он едва руки на себя не наложил. Там все бедняги. Ты про какого? Душе. Эй, мы тут решили посидеть в студенческом кафе, выпить пиво, сыграть в быстрые шахматы. Заходи. Нет, спасибо. Надо учиться. Я лучше посижу в общежитии с твоей книгой, чтобы войти в форму. Ты осознаешь, что у нас завтра выходной? Можно вопрос? А вдруг мой ответ даст тебе явное преимущество? Серьезно? Ты нервничаешь? Это и был вопрос? Нет. Зачем нож? Ты о чем? О том, что он всегда с тобой. А, только для защиты. От чего? От всего. Учись усерднее.